22 марта, день 40 мучеников севастийских. Весна идет по земле нашей, просыпается земля, возвращаются птицы, долгожданное солнце все чаще радует глаз, согревает душу. Птицы, малые твари Божии, а уж как радуются прибавлению дня. Пение их заглушают монотонные шумы города. Снег просел и смерзся льдинками, которые в косых лучах солнца сверкают, словно утренние алмазы или вечерние рубины. И ты идешь в славе обновляющейся земли, словно царь, властитель этих бесчисленных богатств. Все это совершается, когда дана власть сатане править бал в Отечестве нашем. Океан злобы и море крови заливают просторы некогда доброй и славной земли. И все равно приходит время, и вчера, казалось, мертвое поле просыпается нежной зеленью, украшается первоцветами. И только тот, кому дано быть добрым хозяином жизни этой, с безумной жестокостью ополчается на нее. Господи, положивший начало и концы, не остави создания Твоего, со всех сторон несутся моления к Тебе. Но Ты один видишь и знаешь, Ты правда и истина. Да будет воля Твоя. Кстати, есть такой же корявый, как у нас, видели, да?